Убийство депутата и бизнесмена Александра Петрова следствие назвало заказным. Во многом именно небытовой характер преступления вызвал такой резонанс. А ведь еще сравнительно недавно стрельба, которая велась порой в самом центре Петербурга, мало кого удивляла. О самых громких заказных убийствах последних 3 десятилетий наш специальный репортаж. Лихие 90-е стали особой вехой для криминальной биографии Санкт-Петербурга. Именно тогда наш город стали называть криминальной столицей. Преступления совершались порой среди бела дня. Практически неделя не проходила без новостей о стрельбе в крупного бизнесмена, политика или авторитета. За устранение конкурентов на рынке платили по-разному и не всегда много. Если это люди входили в структуру, скажем, заказчика, или от 100 тысяч рублей нынешних, или исполнение происходило за какие-то обещания в будущем. Если надо устранить или политического деятеля, или крупного бизнесмена, который имеет охрану, все понимают, что эти дела резонансные. Конечно, выбирают, скажем, проверенные кадры специалистов в области исполнения убийств. Август 97-го на углу Рубинштейна и Невского в своем служебном автомобиле был расстрелян вице-мэр Михаил Маневич. Киллер стрелял с чердака через слуховое окно. Жена чиновника, которому прочили блестящую карьеру федерального уровня, получила ранение. Официально преступление до сих пор считается нераскрытым. Хотя его связывали с группировкой экс-депутата Юрия Шутова и Айрата Гимранова. Петербург, ноябрь 98-го. В парадный дом 91 на канале Грибоедова застрелена депутат Госдумы Галина Старовойтова. Помощник Старовойтовой Руслан Леньков был тяжело ранен. Он успел заметить одного из киллеров, который был облачен в женскую одежду и парик. Киллеры и организаторы получили по 20 лет. Еще один соорганизатор покушения, экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, был приговорен к 13 годам. Июль 99-го на университетской набережной из гранатометов расстрелян в своем бронированном джипе Павел Кап. Глава Балтийской финансово-промышленной группы, в которую входило несколько десятков крупных предприятий. Четверо киллеров стреляли из двух армейских гранатометов и автоматов Калашникова. Обе кумулятивные гранаты попали кучно в самое уязвимое место – боковую стойку, где находился стык листов брони. Стреляли из гранатомета в центре города. Стреляли спецы. Пополнение было совершено с использованием группы наблюдения, группы исполнителей и группы, которая прикрывает отход исполнителей. Преступления связывали с деятельностью тамбовских и борьбой за топливные рынки. Октябрь 99-го служебная «Вольво» депутата Виктора Новоселова остановилась на светофоре у Московского проспекта. В этот момент подбежал киллер и положил на крышу иномарки магнитную мину. Взрыв грянул прямо над головой депутата. Убийцу и его подельника задержали. Заказчик до сих пор официально не назван. Взрывное устройство направленного действия, помещенное в коробку из-под видеокассеты, организовала эта группа киллеров, которая тогда находилась, ну, скажем, в подчинении такого преступного лидера, как Костя Могила. В марте 2000-го убит хозяин «Пластполимера» Сергей Крижан и его сын. Машину расстреляли на железнодорожном переезде. Организатор, сын коммерческого директора «Пластполимера» Алексей Юревич, осужден. Убивали за бизнес. Либо они были заказными, но исполнялись большую половину они в основном своими, ну, близким окружением. В 2000-е годы они уже более перешли в заказной период, ну, это обусловлено тем, что многие заказчики уже стали авторитетными бизнесменами, и у них уже появились лица, которые занимаются разными направлениями. В нулевых активно устраняли криминальных авторитетов. В Москве расстреляли Константина Яковлева, более известного как Костя Могила. В молодости он был землекопом на Южном кладбище, похоронен на Северном. В 2010-е организованная преступность начала сходить на нет, но еще слышны были отголоски лихих 90-х. Осенью 2012-го застрелен ректор университета Александр Викторов. Киллер ждал его у дома во Всеволожске. Преступление оказалось связано со служебной деятельностью профессора. Предполагаемый заказчик Виктор Соловьев в розыске.
Одним из последних громких заказных убийств прошедшего десятилетия стал расстрел Бадри Шенгели, бизнесмен, которого связывали с крупнейшими рейдерскими захватами петербургских предприятий, был убит 17 сентября 2018 года. На шоссе машина киллеров поравнялась с «Мерседесом Шенгели». Грянула автоматная очередь. Преступление до сих пор не раскрыто. Чаще обращаются к дилетантам или готовятся старые кадры. Ну, находятся старые кадры, которые еще сохранились, которые с учетом, к сожалению, большого объема информации о поиске, как о методах работы правоохранительных органов, они уже оценивают и стараются использовать для того, чтобы их не задержали.